Привет, бро. Меня зовут Армен, и это у нас игрушка Skyrim Witcher 3D. Перед тем, как я начну, давай-ка сыграем мини-игру. Я считаю до 5, а ты успей поставить лайк под этим роликом. Итак, 1, 2, 3, 4, 5. Все, молодец, что успел поставить лайк. Ну а мы давайте-ка начнем. Тут у нас есть какой-то фриспинчик. Давайте-ка крутанем, посмотрим, что нам из этого выпадет. Так, остановись. Так, останавливаться будет, не? Ну, окей, плюс один тортик. Ну, сойдет, в принципе. Так, ладно, давайте-ка начнем играть. Мы тут дошли до, получается, 5-го левела. Хм, интересно. Как у нас тут получится играть, я, если честно, не знаю. Ну, окей. Что-то тут должны поставить под нашей училкой. Сейчас мы попробуем это сделать. Все, загрузка заканчивается. Ждем. Что у нас за мультик? Окей. Скорее всего, да, придется поставить именно там, где сейчас она сидит, да? Блин, какая-то страшная роза у нее. Рожа у нее. Ну ладно, давайте-ка начнем. Ждем, пока она поднимется. О, кстати, вот и иголка. Вот и иголочка, ребят. Так что давайте-ка ждем здесь. Очень сильно надеюсь, что она спускаться не будет тут. Окей, пока что, по крайней мере. Так, ставим иголку сюда. Еще давайте-ка на всяком пожарном случае покроем это покрывалой. Так, 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 так. Ага. Ставим это вот сюда. И все, она попадет в капканчик, да, получается. Ну и ждем, пока она спустится вниз. Хотя можно было, ребят, на самом деле капкан поставить около лесенок, да? Ну, хотя так тоже попасть. Вот прямо сейчас, ребят, поставьте лайк и напишите. Ну, поставьте на паузу, ставьте лайк и напишите, попадет ли она в капкан или же нет. Так. Она попадает, ребят, смотрите. Окей, все. Ну и будет сесть туда. Да, конечно, будет есть. Отлично, все. Уровень, ребят, у нас пройден. Идем дальше. Следующий левел. О, ребят, так, тут нам что надо сделать? Давай где-ка посмотрим. Так, 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 так. Чего начистить, я не знаю. Короче, тут у нас серия с котиком, да? Ну окей. Давайте-ка посмотрим, сможем ли мы освобождать котика. Так, на всяком пожарном случае вот этот ключик возьмем. Если, конечно, это берется, не? Нет, это какой-то муляж, что ли? Алло, какого хрена ключ не берется? Да не знаю, но... Сейчас училка поднялась на второй этаж, и она где-то вон там. Окей. Так, котик здесь, ребят, у нас. Не? Не, не здесь. Так, еще ключик. Возьмем. Так. Интересно, где кот-то? Ладно, давайте-ка в другой комнатке посмотрим. По идее, сейчас так, хочу сказать бабуля, но не, училка должна спускаться, и мы второй этаж должны с легкостью осмотреть. Так, опа. Так куда ты пошла-то? О, кстати, да, она здесь, возможно. То есть нам нужен другой ключ. Блин, это фигово, ребят. Потому что она заходит сюда. Да, иди ты нафиг. Так, энергетик, давайте-ка выпьем. Воу-воу-воу-воу, тихо. Че, спустится, не? Куда, 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 куда? Ты че? Какая-то странная учительница, ребят. На самом-то деле, смотрите, сколько бежит-то за нами. Охренеть. Да неужели она еще сюда припрет? Не?
Хорошо. Хорошо, что сюда она не зашла. Точнее, не вышла. Так. Ну окей, пока что ждем. По сути дела, вот этот ключик нам больше не нужен. Ну давай, поднимайся на второй этаж. Мы же знаем, где находится котик, так что... Сейчас чисто должны успеть спасти его. Короче, ищем зеленый ключ. На втором этаже. Так. Так, не иди сюда, пожалуйста, пожалуйста. Не поднимайся только. Так, что у нас тут? Да, у нас тут ни хренашеньки нету. Так. Блин, где этот зеленый ключ? Так. Котик, может, здесь? О! А, не зеленый, а синий, блин. Так. Бляха-муха, она опять спалила нас. Серьезно? О, хорошо, что я все дверки оставил открытым. Так что сейчас, по идее, должны успеть сбежать от нее. Смотрите. Ага, окей. Кстати, вот тут тоже давайте-ка возьмем. На всяком пожарном случае, сейчас скажу почему. Так, она в каком этаже, я что-то не понял. Так. Она на втором этаже вроде как. Да? Да, вроде как она на втором этаже. Так, возьмем этот ключ. Угу. В главной части, да? Получается, или на первом этаже она сейчас находится. Да, она... Блин, она находилась на первом этаже, сейчас уже на втором. Так, энергетик выпиваем. Сейчас она, скорее всего, сюда припрет. Не? Так, уходи, пожалуйста, оттуда. Ничего не хочет уходить. Странно. Ладно. Она, по идее, нас сейчас не должна спалить. Ну, это по идее. На практике не знаю, что тут выйдет так. Ну, давай, уходи, уходи. Блин, она идет... Она идет именно сюда. Зашибись. Так, что нам делать? Смотрите, прямо она... Она именно сюда и зашла. Ага. Так, может, это здесь находится котик, ребят? Да не. Да блин, опять, серьезно. Так. Серьезно, как? Как? Как она смогла нас поймать? Их обидно было. Ну ладно, давайте-ка сделаем сейчас еще одну попыточку. Потому что, по идее, мы сделали все верно. Вот, по идее. Ладно, все. Ждем. Так, все, погнали, ребят. Попробуем на этот раз сделать что-то получше все. Так, этот ключик опять не поднимается, да? Да. Так, спустится она, не? Если спустится, то мы, по идее, должны все очень и очень быстро сделать. Так, спускайся, пожалуйста. Есть, ребята, она спускается и... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, бляха-муха. Так, чё? Ага. Она нас потеряла, да? Да не, она находится здесь. Прямиком сзади нас. Так, давай бери. По-быстренькому сейчас возьмет. Так, 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 так. Не получается, блин, че за фигня. Их, ну печально. Ладно, ребят, давайте-ка сделаем так. Вы обязательно ставите лайк под этим роликом, а я в следующей серии допройду этот уровень. Так что все зависит от ваших лайков. Так что буду с нетерпением ждать. Ну а на этом сегодня все. С вами был, как всегда, я Арман. Всем удачи, ребята, и всем пока.